Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами жареный кабачок. Для начала нам понадобится почистить кожуру от кабачка. Почистили, теперь срезаем края. И режем кубышочками по примерно по 1 сантиметру. Порезали. Теперь выкладываем емкость и солим. Солили, убрали в дуршлаг, чтобы вышла влага. Берем 2 яйца, добавляем примерно чуть-чуть, пол чайной ложки соли, мешаем. Нужно добавить перчик. Перемешиваем. И добавляем муку. А, да, еще перед тем, как добавить муку, надо добавить 2 зубчика чеснока. Добавили измельченный чеснок. Перемешаем. И теперь добавляем муку. Кляр у меня готов. Вот такой консистенции он должен получиться. Получилось у меня, я добавила муки 4 столовые ложки. Включаем сковородку на небольшой огонь, чтобы кабачки у нас не подгорали. Сначала берем кабачок, кладем его в муку, так чтобы кляр хорошо держался. И окунаем в кляр. Вот так вот, прям пальчиками. Так, хорошенечко. И выкладываем. Берем следующее. Легко. И в кляр. Пальчиками прям намазываем. И выкладываем. Прям так погружаем. Хорошенечко, чтобы кляр был везде. Укладываем. Хорошенечко промазали. Обжариваем. Пока у нас кабачки обжариваются, делаем соус майонез с чесноком. У меня всего была 1 головка чеснока. То есть 2 я сделала в кляр, 4 не осталось. Сейчас я буду измельчать в майонез. Кабачки очень любят чеснок, так что не бойтесь. Вот я выделила чеснок. Теперь нужно перемешать с майонезом. Ну все, перемешали. Чесночный майонезный соус готов. Ну вот, кабачки у меня готовы. Теперь берем соус и сверху мажем. Так хорошо мажем. Очень вкусно получается, прям вообще
пробуйте. Вкуснятина. Самая вкусная закуска. Да даже сейчас сезон кабачков. Взяли, нарезали, пожарили. Намазали. И все. Наши кабачки готовы. Ой, какая красота. Какая вкуснотища получилась. Ну и сейчас сезон. Можно украсить зеленью. Ну что, пробчик. Вон какая красота у нас получилась. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. И я буду вам выкладывать новые видео. Всем пока-пока.